Всем добрый день. Вот по улице Астана проложили новый асфальт. Угол Заводская и Астана. Теперь все могут ходить в босоножках. Изумительно. Дорога просто класс. Что еще можно сказать? Дошли до улицы Заводской. А дальше? Дальше вот такие вот ухабины. Вот такая вот грязь. Сколько бы ни просили, все равно никто ничего делать не хочет. Как бабушки, дедушки, да и просто молодые и все остальные люди могут идти на наш рынок, не просто не хотят этого делать. Наш бизнес в упадке. Вот это наша стоянка. Аким области обещал нам прислать людей на осмотр территории и сделать все возможное. Но, увы, нам опять во всем отказано.